Всех приветствую на канале Уральская усадьба. Сегодня мы приехали на монтаж автонавеса. Габариты 6 на 7,5. Будут устанавливаться на такие столбы 80-80 и фермы. Труба наружная 40 на 40 и внутренняя также 40 на 40. На данном этапе будем собирать каркас, ну а дальше вы увидите. Продолжаем монтировать. На данном этапе мы продолжаем крутить прогоны. Далее будет происходить разметка столбов, анкериться, крепиться, и потом уже будем протягивать болты. Кончили мы монтаж, как я говорил, докрутили прогоны, все стянули. Также болты прокрутили и анкера. Далее нарезали поликарбонат в размер, кинули базу, базу прокрутили по ферме, и потом уже поликарбонат положили и прокрутили термошайбами. И также зафиксировали крышкой. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Производили мы сегодня монтаж автонавеса на 2 парковочных места. Габариты 6 на 7,5. Поликарбонат использовался 10-миллиметровый, цвет бронза. По краям соты мы защитили профилем, что сверху, что снизу. Крепили мы его с помощью термошайб и базы крышки. Каркас весь изготовлен из оцинкованной трубы, столбы 80 на 80, фермы 40 на 40 и 20 на 40, и наполнение 20 на 20. Ветровые фермы точно так же, 40 на 40 и 20 на 40, с наполнением 20 на 20. Закрепили мы его с помощью анкеров к заливной плите.